Привет! Ты попал на мой канал, и сегодня я тебе покажу влог о том, как я провожу свой вечер. Уже за 9 вечера, поэтому пора сделать домашнее задание. Первое, что я сделала, это алгебра. Я ее делала долго, но все ускорила. Довольная и счастливая, доделав алгебру, приступаю к заданиям по русскому языку. И сейчас вы видите это все в ускоренной схеме. Я сделала намного быстрее, чем алгебру, потому что он мне дается лучше, и понимаю я лучше, да и задание было небольшое. Доделав русский язык, я приступаю к литературе. Они нам задали написать отзыв, но у меня уже был готовый, поэтому я просто села списывать из телефона в тетрадь. Отзыв я, кстати, писала на книгу «Мы», авторство Евгения Замятина. Здесь я чуть-чуть хвастаюсь перед вами, так как растянула свой небольшой отзыв на вот такой полтораграничный и иду довольная дальше делать английский. К тому времени, когда я делала домашнее задание, было уже где-то 10:30 вечера, и я решила проверить, спит ли мама. К тому времени она уже спала, и я культурно ушла из ее комнаты. Наступает мой любимый пункт каждого вечера. Ночное чаепитие. Тут я просто наливаю себе чаек и пью его в течение оставшегося вечера. Краш-тест чая пройден успешно. Тут я поняла, что уже совсем поздно, и пора бы пойти принять душ к завтрашнему дню. Давайте сделаем вид, что переход вообще не заметен, и он как бы крутой, да? В душ, и вот тут сижу, пью чай. Так выглядит человек, который не осознает того, что ему еще монтировать этот влог, собирать портфель и все такое. Ну а вот я попила чаечек. Сонь, как тебе чай? Я решила еще с вечера собрать портфель, и вот тут вы можете наблюдать не только за тем, как я его собираю, но и за тем, как я мучительно пытаюсь надеть обложки на учебники, обложки, которые мне подходят. После того, как я собрала портфель, мне необходимо было прибраться на столе, потому что на нем творился беспорядок. Ну, а на этих кадрах я уже в преддверии сна, ложусь спать, и здесь вы можете меня немножко сонную наблюдать. Я сейчас буду монтировать это видео. Спокойной ночи. Здесь вы можете видеть, как я, кстати, ставлю себе будильник. Я вставлю завтра в 10:30. Ну что ж, спокойной ночи всем. Для вас это была секунда, а для меня это новое доброе утро. Сейчас я буду делать свою утреннюю рутину, умываться там и все такое. И пойду, конечно же, на кухню завтракать. Что за гномик просто. Вот, сегодня на завтрак у меня было яйцо такое, вот смотрите, вареное. И я уже начинаю собираться в школу. Это и такая важная бумажная. Выхожу из дома уже, выхожу в школу, потому что мне уже пора. Живу в школьном холле с друзьями. Мы ждем первого урока. Первый урок у нас был английский. Я болтаю с ними, вот поэтому немножко кривая съемочка. Здесь у меня уже закончились уроки, мой школьный день подошел к концу. В общем, вот так. Что ж, спасибо тебе большое, что смотрел этот влог. Мне безумно приятно, что ты его посмотрел. Надеюсь, ты поставишь свой лайк, подпишешься на канал. Это был мой вечер и школьный день. Надеюсь, тебе понравилось.